нас люди, если много народу заходит, так они будут мешать только. Пока пассажиры с удивлением разглядывают непонятное устройство. Ведь новые турникеты только начали монтировать в троллейбусах. Это продолжение проекта «Электронная Вологда», который уже начал действовать на автобусных маршрутах. Но здесь схема будет другая. Крутящийся турникет и вход только через определенную дверь. Вход в троллейбусы будет осуществляться через переднюю и заднюю двери, выход через среднюю дверь. Система работает следующим образом. В будущем на поручне будет установлен специальный терминал, к которому прикладывается смарт-карта, срабатывает турникет на вход. Мы проходим, выбираем понравившееся место и едем. На билете будет указана дата проезда, время и цена. И будет действовать тот же бонус, что в автобусах. Бесплатная пересадка в течение получаса на другой маршрут. Смарт-карты, которые заменят наличный проезд, будут разных цветов и категорий. Для студентов и школьников, пенсионеров и работающих вологжан. При этом кондукторы в троллейбусах по-прежнему останутся. При вводе системы у нас остаются кондуктора, которые будут оказывать помощь пассажирам, консультировать, информировать пассажиров. Также можно будет оплатить кондуктору за проезд наличными деньгами по существующей системе. Проект пилотный и пока будет действовать лишь на 20 троллейбусах из 50. Это планируют запустить весной этого года. Честно говоря, даже не представляю. Мне кажется, это ни к чему. Ну, мне вот легче платить просто деньгами, чем ежели этими, не знаю, предпочту деньги, это старый способ. Ну, нормально, мне кажется, удобно. Все новое надо осваивать и нам, пенсионерам. Буду. Нет, еще пока не знаю, но уже слышала. Буду пользоваться. Как зарекомендует себя троллейбусный турникет, пока вопрос. А вот электронный проезд на автобусах медленно, но верно набирает обороты. Ежедневно по электронным проездным совершается около 400 поездок. Андрей Ростов, Василий Попурин, Алексей Романов. Новости Вологды.